Доброе утро, ребята. Мы с вами в Башкирии. Итак, ребята, приехали на трех машинах в Башкирию. Время 8 утра. Мы с сыном уже проснулись, сейчас пойдем умываться. Ну, вот наша стояночка такая. Столики. И вон там еще одна палатка у нас. Пошлите с вами умываться. Ты как будто против такого ощущения. Вода холодная, мать твоя. Мы проснулись, позавтракали и собрались, пойдем на маршрут. Вот, на те горы поднимемся. Серега, расскажи, куда мы сейчас идем? Так, ну что, мы находимся в первую очередь в Муродымском ущелье, да? Вот. Идем мы туда, в глубинный грот. Туда поднимается тропа, вот проходящая через этот березняк, там папоротниковая небольшая долинка такая. Вот. И вот это вот дерево на половине пути, вот даже больше получается половины пути, это вот дерево желаний. Там все завязывают ленточки, вот, отмечаются и так далее. И поднимаются далее в глубинный грот по тропам. Залезем в глубинный грот, там в глубинном гроте есть маленькая небольшая пещера. Туда можно проползти только ползком на вывихе. Вот. Мишка знает, ползал, всем все покажет, все расскажет. Я туда не поползу. Поднимемся наверх. Оттуда открывается панорама на все ущелье. Абсолютно все. Это самая высокая точка. Вот. Вроде мы выезжали, когда заезжали сюда. Казалось, что там высокие скалы. Но на самом деле вот это вот самая высокая точка, оттуда все видно. Понятно. Вот оттуда все панорамы, можно все пофотографировать, поснимать. И вон там вот, на краю, вот видишь, отдельное сухостоящее дерево. Ну да, да. Вот. Там пещера змеиная такая. Происходит не слово, вот это вот змеи, там что-то не связано со змеями, нет. Она просто очень узкая. Это, так сказать, скала раскололась пополам, и получилась такая щель длинная. Так, здесь, чтобы пройти, мы разулись. Водичка, ребята, ну, реально холодная, но мы с утра искупались. Прям взбодрило отлично. А так, посмотрите. Смысл такой, мы сюда приехали, это типа заповедного парка такого, я думал, что мы сюда на машинах заедем, оказывается нет. Вначале машину оставляешь, 100 рублей в сутки с человека, записываешься, там стоит машина, буханка, УАЗик, туда перегружаешь все свои вещи, мы приехали на трех машинах. Буханку забили всеми вещами, палатки, ну все, что и было. Вот. И вдоль этого ущелья, то есть, ну, едешь, и очень много мест разных. Мы остановились здесь. Туалеты, урны для мусора, всякие, ну, не домики, а сваренные беседки, я бы сказал. Вот, то есть столы, где посидеть, все это есть. Останавливаешься, тебя выгружают, буханка УАЗик стоит 350 рублей. Все, выгрузились, поставили палатки, вот, вчера посидели, покушали, переночевали, вот, сейчас мы идем дальше. Место, дорогу и все остальное, тогда ни навигатора, нифига ничего не было, я по карте ехал. Сейчас мы поднимаемся, то есть постоянно идем в гору, проходим лес, очень приятно здесь, пахнет, листьев много, смотрите. Ну смотрите, лесную чащу мы прошли, поднялись. Смотри, можжевельники, ягодки, видишь, голубые? Ага.
Немножко подустали, но нужно идти выше. Сейчас мы вам все покажем. Ребята, тяжко-тяжко. И знаете, есть вероятность, что можно скатиться назад. Сейчас мы... Вот смотрите, стану здесь. Давайте, давайте, руками. Тихо. Отдых. Вот это. Вот, ребята, посмотрите. Мы еще не поднялись. Смотрите, как дети забираются у нас. Очень круто. Очень круто. А вот представьте, он тот кусок сейчас оторвется и покатится. А мы туда идем. А нам тяжко, уже тяжко. Ну, как я и говорил, природа в Башкирии, она разнообразная и красивая. Падай, падай. Стой, сынок. Так, ребят, знаете, уже не шутки. Все было сначала интересно. Смотри, Артем, там что-то... Короче, стою, держусь. Посмотрите, как. Мне уже, честно сказать, страшно подниматься. Идешь и чувствуешь внизу высоту. Высоту — это пипец, ребят. Давайте мы пошли дальше. Это голубиный грот, так называемый. Ну что, ребята, мы победили. Дошли до пещеры. Сделаю обзорчик, посмотрите. Лично мне вот немножко страшно, что можно упасть. Есть такое ощущение. Серега, блин, ну ничего не боится. Вот если так посмотреть, внизу склон. И мухи такие треугольные летают. Кусочки. Давайте вам обзорчик пещерки сделаю. Кто будет залазить, здесь пещера, смотрите. Нужно на корточках, и тут температура, ну, градусов 5, наверное. Да. Нужно туда залазить. Давай, я тебе показываю. Там дальше в полный рост можно встать. Тут узкий вход, вот этот, буквально вот метр 2-3, и все. Да, Миш, да на брюхо падай, воды нету, не капает ничего. Обычно мы как-то это ползем, здесь эта вода капает. Миша! Миша! Короче, мы сейчас туда пролезем. Будем все дальше. Ноги первые оторвут. Миша, с дырки оттуда сочится. Температура! И судя по налету, уже много-много лет, да? Вот я и в пещере. Папа испугался. Вот так выглядит у нас пещера. Тут градусов 5. Или меньше. Тут холм, конечно. Там еще. Да. Вон там пещера. Пошли. Да. Ладно, не упасть. Пошли. Давай. Сейчас пошли сюда. Пошли. Там вода. Тут скользко. Вообще. Ух ты ж. Давайте пойдем. Я там не упаду. Давай я. А? Все, назад. Папа испугался за меня. Лед. Еще склизко. Да я все снимаю. Молодец, давай, давай. Вот пусть, камера включена и вылазит. Контент, контентище. Офигеть. Камеру включил? Да, включи.
Идет, идет. Лиза, да так узко. Конечно, испачкался я. Это же хорошо. Ты где побывал? Ну да. Ради этого. Никто туда еще не залазил. Да ладно. Мы залазили. Дай-ка. Здрасте. Здорово. Ребят, мне, честно сказать, страшно. И то, что ребенок там залез, боюсь, там обвалится или еще что-то. Там абсолютно ну, говорят, что ровно, говорят, что... Ну, вы видели, сын снял. Но лично я за ребенка боюсь. И туда вот сам боялся застрять и прочее. Поэтому меня извиняйте, конечно, но пошлите дальше. Итак, мы с вами побывали в Голубиный грот, да? Да. Голубиный грот называется. Сейчас мы идем в пещеру Копченая. Вон дети нашли очки. Целые очки. Кто-то, одевай. Кто-то потерял очки. Мы сейчас будем спускаться. О, может, Карпейкину подойдет. Вот такие дела. Подписка и лайк приветствуется. Так что, если есть желание или тебе понравилось видео, обязательно поставь лайк и подпишись.